Буффало бизон. Видите, это все у меня индейцы разных годов. Ну, монеты не совсем рядовые. Поэтому они пошли в холдеры. Разные годы, разное состояние. Так, ну вот это индейцы у меня. Вот, потом, что я заслабировал? Два серебряных Меркурия, голова Меркурия. Так как по мифологии каждый знает, кто такой Меркурий. Это торговля. Это как раз тема даймиков. Видите, вот такие выпускались. Потом 10 центов. Вот такие были. Ранние годы. Выпускали в серебре. До 65 года. Потом уже и в никеле. И вот я кого запечатал. Видите, тоже даймиков у меня штучек, наверное, больше 50. Но запечатал я серебряные, ранние. И вот пруфовские. Сан-Франциско. Видите, красавчик. Чтобы ни царапинки, ничего не было. Потому что у них тираж меньше, качество и цена, естественно. Этого положил, тоже хорошо выглядит, чтобы сохранить. Видите, Ван Дайм. Ван Дам. Один дайм. Ну, дайм это десяточка. 10 центов. Это 56 год. Это в серебре. Последний год выпуска в серебре даймика. 64. А потом пошел другой металл. Так, пятачки мы уже прошли в прошлых обзорах. Видите? Это я вам показываю, как выглядит пятачок в пруфе. Это пруф. Это Сан-Франциско монетный двор. Это качество. Это тираж маленький. Это и цена. Как бы такую брать, она вроде бы и не серебряная. Вроде бы, ну, пятачок не может быть серебряным, потому что он называется никель. Вообще по раскладу пятачок. Даймик это даймика. 5 cents это никель. Это они никель. Хотя есть спецвыпуски Сан-Франциско, годовые наборы. И в серебре исполняют. Также я вот эту леди решил поместить. $1. Целый наборчик. Ну, у меня пол наборчика где-то есть. Ну, выпусковой точно не помню, сколько штук монет. Около 20. Чуть меньше. Надо посмотреть. Сан-Франциско выпуск. Эсочка. Тоже. Также есть они всех дворов и годы некоторые подешевле, которые некоторые подороже. И вот у нас квотеры пошли. Квотер это, ну, четверть, кварта, все в русском звучании. Видите, 76 года, это 4 июля 1776 года, как раз 200 лет Америки.
Вот, видите, это считается барабанщик, называется среди коллекционеров монета. Но она юбилейная. Также выпускалась она в разных ипостасях, в разных металлах, то есть, и разных монетных дворах. Но год один и тот же, внешний вид один и тот же. Это мы видим и догадываемся, что это в Пруссе. Видите, 1978 год, эска и монета в Пруссе. Так называемый полированный штемпель. Ну, говорят, что полированным штемпелем возможно отпечатать только, ну, наверное, в зависимости от металла. В серебре может и больше, но можно отпечатать около 1000 монет. А потом штемпель уже не справляется со своими функциями. Но это только я так слышал. Документального подтверждения я нигде не читал. Вот отсюда и пруф. Очень высокое качество. Тоже барабанщик. Но эска, видите, барабанщик в пруфе. Еще и в серебре по весу. Где он блокированный, то внутри видно, что тело монеты, оно медное. А здесь серебряная полностью монета. Еще Сан-Франциско. Еще и в пруфе. Хорошая монетка. Еще и юбилейная. Вот тоже барабанчик, но без отметки. Там был Денвер, Сан-Франциско в двух исполнениях. В пруфе. В пруфе в серебре и в никелевой блокировке. А это Филадельфия. Без знака монетного двора. Вот я показываю монетник, куда я положу все это дело. Один такой альбомчик другого цвета я употребил для монет разных форм. Тоже интересная тема. И вот он, видите. Ну вот, я сейчас так пробненький поставлю. Вот так вот весьма плотно сидит. Все очень хорошо. И всего 72 монетки вылазит в него. Немного. Ну вот, пожалуй, все, о чем я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. С вами был канал Олег и Ко. До свидания.